Дайте мне сказать, вы целую пресс-конференцию проведете. Я не буду отвечать на вопросы, я не буду вести никакого рода дискуссии. Это не то место, где это должно быть необходимо. Я выступаю как исполняющий обязанности городского головы. Здесь, сейчас. Мы не можем тут проводить ничего связанного с выборным процессом. Поэтому я не буду ничего показывать. Все-таки, а зачем мы тогда собрались? Дело в том, что есть один вопрос, на который нужно дать конкретный ответ. Вы подтверждаете или опровергаете вчерашнее заявление по моей причастности к посылке? Да или нет? От этого зависит, что я буду делать с тем позовом, который подготовлен. Вот это, на этот вопрос надо дать ответ. Каждый гражданин нашей страны основывается на проведении следственных действий. Следствие даст соответствующий ответ на эти вопросы и подтвердит или опровергнет то или иное. Тем более, оправдываться я не собираюсь. Каждый читает так, как он хочет. То есть вы остаетесь на том же мнении, которое было вчера? Что... Уважаемый Сергей Михайлович, давить меня не надо, конференция окончена. До свидания всем.